Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. В горах ночью от 6 до 11 тепла. Днем плюс 20, плюс 25. В южных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается 15-17 градусов, днем 33-35. В нашей программе мы открываем рубрику, в которой будем рассказывать вам об известных и малоизвестных исторических и архитектурных памятниках, а также о людях, чьи имена вписаны в летопись нашей республики. Одним из них был пристав Карачая Николай Петрусевич. Подробнее о нем в материале Шерифат Лепшоковой. 5 лет назад здесь, в южной части города, появился необычный памятник. Спустя почти полтора столетия было увековечено имя пристава Эльбрусского военного округа генерала Николая Петрусевича, человека неординарного, приложившего много усилий для улучшения жизни горцев и казаков. В состав Эльбрусского военного округа в 1864 году, в год вступления в должность пока еще штабс-капитана Николая Петрусевича, помимо Карачая входили еще два горных аула – Гумлоу и Хумара. Рядом с последними поселился новоиспеченный пристав на территории нынешнего Нового Карачая. Все годы его двери были широко открыты для горцев. Люди, видя в нем участие и поддержку, приходили со своими бедами, не испытывая при этом языкового барьера. Уже через полтора года службы Николай Петрусевич говорил на безупречном карачаевском языке. Пристава можно было встретить в отдаленном селении, помогающем строить забор. Его руками была построена и печь в одном из гостевых домов в Старом Карачае. А когда ночь заставала в пути, пристав спал на земле, завернувшись в бурку. Импонировало горцам и то, что молодой холостой начальник не имел вредных привычек, был чужд азартным играм. Свое знаменитое прозвище «Зуку приступ», «Косой пристав» Николай Петрусевич получил за свою привычку смотреть сверх очков. Люди поначалу не замечали, что это всего лишь была его особенность. Насмешливые горцы, любящие давать прозвище, не удержались и здесь. За 14 лет своей работы в должности пристава Карачая он сделал немало для жителей. Его усилиями было присоединено 40 тысяч десятин земли в районе Тибрты-Джугуты. Там стали появляться новые аулы, а вместе с ними повсеместно открывались амбулатории, школы. В горных селениях появились русские учителя. Начали строить десятки дорог и мостов. Но что же сейчас знают наши современники о деятельности пристава в те годы? Я особо ничего не знаю про Петрусевича. Я то же самое, то, что сказал мой друг. Не смогу как-то подробно рассказать, но так слышал. Сделал очень многое. Почему? Потому что в военных действиях и прочее. Установленный памятник в Черкесске и площадь, названная в честь пристава, должны способствовать исправлению исторической несправедливости. Вся деятельность Николая Петрусевича была направлена только в мирное русло. Его усилиями был создан и осетинский аул, названный тогда Георгиевско-Осетиновским. Именно с этим приставом перед переездом в Карачай предварительно встречался отец будущего поэта Коста Хитогурова Ливан. Занимался Николай Петрусевич и реализацией крестьянской реформы, выбивал суммы для поддержки аульских бедняков. А позже, став начальником Баталпашинского уезда, прилагал все усилия, чтобы облегчить жизнь казаков. Благодарные люди не забыли своего пристава. Ставший уже генералом, Николай Петрусевич в 80-х проходил службу в Средней Азии в составе войск легендарного Михаила Скобелева. Погиб пристав Карачая в бою при выполнении топографических работ. Меньше чем через год по инициативе горцев и казаков он был перезахоронен в станице Баталпашинской. И памятник, установленный Николаю Петрусевичу, уже современной России, стал символом исторической памяти народов республики. Шерифат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с ведущим Ашимезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк.
Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните плюс 7 928 390 43 49. Да меня вообще все достало! Что на самом деле сказал ребенок? Я боюсь не оправдать ваших ожиданий, не справляясь с нагрузкой. Научитесь читать между строк и успейте услышать, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал яродитель.ру.